стремительно. Ну и в положительном ключе для вашего села. Так, Долбасовка. Ну, очень много переживаний. Будьте аккуратны, возможны пожары. Вот это вот очень важная опасность для вашего населенного пункта, но удастся максимально поселок сохранить. Червоный молочар. Ну, что боевые действия могут быть серьезными и опасные прилеты, обстрелы воздушные. Вот это вот опасность для вашего населенного пункта. И, может быть, придется сидеть где-нибудь, конечно, в подвалах, пересматривая всю свою жизнь. Лесной. Опасность в уличных боях. То есть могут быть перестрелки. Но ваш район максимально удастся сохранить. Вот такой расклад получился для села Майдан, поселок Долбасовка, Червоный Молочар и район Славянск-Лесной. Благодарю вас за внимание и до новых встреч!